Подымил на славу. В первоуральской школе восьмиклассник устроил ЧП, играя батарейкой от электронной сигареты. Устройство задымилось, и ученикам, преподавателю пришлось выйти из класса, чтобы его проветрить. Каким образом опасное устройство попало в детские руки, педагоги теперь будут выяснять на встрече с родителями юного естествоиспытателя. Не исключено, что им придется возместить школе ущерб. Следы горения остались на стуле и на линолеуме. Несмотря на сильное задымление, в классе почему-то не сработала противопожарная сигнализация. Приехавшие на место инспекторы никаких проблем не обнаружили. В городских пабликах появилась информация, что учеников вывели в коридор не сразу. Но эту информацию в школе не подтверждают. Учитель сразу же после случившегося инцидента вывел учеников из класса, и окна были открыты для проветривания. Вызвана пожарная охрана, сигнализация проверена, сигнализация исправна и в рабочем состоянии находится. По данному инциденту создана комиссия, будут разбирательства на административном уровне, привлечены инспекторы по делам несовершеннолетним, также будут приглашены родители данного ученика и ученик.